Причиной массовой гибели чаек в Атырауской области может быть птичий грипп. К такому выводу пришли вирусологи. Но это предварительное заключение. Нужны еще исследования. Их результаты будут готовы до конца недели. Напомню, больше 6000 тушек были найдены на территории месторождения Кашаган и природного резервата Ак-Жайык в середине июня. Специалисты теперь собираются обследовать домашних птиц. Запрет на охоту на пернатых продлили. Обычный сезон начинался 1 июля.